Сегодня будет творожная запеканка. До этого момента готовила ее в мультиварке, а сегодня решила запечь в духовке. Очень хочется, чтобы не пригорела запеканка. Это будет ожидание реальность. Самой очень интересно. Рецептик на страничке уже выкладывала. Здесь 4 яйца, 3 столовые ложки сахара, 1 щепотка соли, немножечко ванилина. Добавляем 4 столовые ложки манки, перемешиваем. И самый главный, самый важный ингредиент – творог. 500 грамм любой жирности. Все тщательно разминаем. Перемешала все ингредиенты, пора выкладывать в форму. Форма у меня стеклянная. Вот такого небольшого кусочка сливочного масла вполне достаточно. Нужно ее смазать. Вот так все это выглядит, а теперь нужно поместить туда будущую запеканку. Разместили массу, будем выпекать в духовке при температуре 180 градусов. Сколько минут, еще не знаю. Результат будет немного позже. Очень тревожно, потому что творог домашний и переживаю, чтобы не пригорел. Хочется, чтобы был вкус вкусный, результат преотличный. Чтобы не испортила продукты. Выпекаться будет в заранее разогретой духовке, забыла добавить. И вот какая получилась красота. Я все переживала за низ. А запекся наоборот вверх. Ой, ну очень я довольна. В духовке мне даже больше результат понравился, чем в мультиварке. Сейчас буду дегустировать. Освободила от формы. Ой, ну шикардос вообще. Довольна. Время запекания 40 минут. Ой, тут еще порог даже идет. Пробуем. Так. Райское наслаждение. Готовь со мной. Вместе.